очень смелых дружный отряд. Вместе не страшным несчастьем туда они поспешат, где приключилась беда. Их дружба так крепка, и вместе навсегда. Они большие друзья, не разлей вода. И сегодня, без сомнения, снова ждут их приключения. И назло всем невезеньям они на помощь придут. Никого нет смелее, не найти их сильнее. И кто еще всех умнее и всех добрее? Молли, он один всех храбрее, вместе всем веселее. И вам не отыскать в целом свете их команды дружней, дружней. Робокар Поли и его друзья. Правила поведения на дороге. Папа, скорее! Пошли! Какой чудесный день! Да, в такой день парк развлечений будет битком набит. Поехали скорее, скорее, папа! Ладно, раз собрались, пора в путь! Ура! Вперед! Сьюзи! Ты должна пристегнуть ремень. Не хочу и не буду. Сьюзи, пока ты не пристегнешься, мы никуда не поедем. Ремень неудобный, не хочу. Давай. Я не могу пошевелиться. Ну что, ребята, готовы веселиться? Готовы. Поехали. Надеюсь, не все едут туда же, куда и мы. Папа, когда же мы приедем? Мне тесно, мне душно. Что-то случилось? Не знаю. Может, авария? Элли, как ситуация на дороге? Не очень. Большая пробка. Понял. Разберись с пробкой. Мы на подходе. Хорошо, Полли. Что-нибудь видно? Похоже на аварию. Думаю, придется постоять. Что? Притормозите, а вы можете проезжать. Я тоже хочу, дай. Сейчас. Не достану. Давай, ты достанешь, давай. Дай сюда. Ой, ты чего? Хватит, Сьюзи, пожалуйста, сядь на место. Ну дай мне, я хочу пить. Да ты что, Сьюзи, прекрати. Сьюзи, ты не сильно ушиблась? Это все он. Кевин, ты что? Я ничего не делал, это все оно. Сьюзи, прекрати кричать. Эй. Тут все в порядке. Как у тебя, Элли? С пробкой уже разобрался. Тогда мы едем домой. Хорошо, спасибо. Ну все, дорога свободна. Теперь быстро доедем. Папа, мне нужно выйти. Потерпи немного. Тут нет туалета. Не могу. Я сейчас лопну. Не могу я терпеть. Ну ладно. Сверну на обочину. Что там такое? Нет, Кевин, не с той стороны! Караул! Держись! Рой, Терри в беде! Ты чуть не погиб, Кевин. Кевин, ты цел? Да. К счастью, мы с Роем знаем, что делать. Это наша работа.
О, это я виноват. Нельзя было там останавливаться. Давайте-ка я расскажу о главных правилах поведения на дороге. Отлично, Поли. Во-первых, садитесь и выходите из машины только в сторону тротуара. Делать это со стороны дороги опасно. Можно попасть под машину. Во-вторых, всегда пристегивайте ремни безопасности, находясь в машине. Неважно, сидите ли вы в детском кресле или на обычном сиденье. Это касается и взрослых. В-третьих, дети должны сидеть только на заднем сиденье. На переднем слишком опасно в случае аварии. Еще опаснее, если дети сидят спереди на руках. Они не пристегнуты ремнем безопасности и могут серьезно пострадать в случае аварии. Вот как. И дети, нельзя драться или играть во время движения. Ясно? Да. Спасибо, Поли. Мы запомним. Парк развлечений. Наконец-то! Кевин, что с тобой? Ты чего? А теперь можно выходить из машины? Конечно! Беги скорее! Очень смелых дружный отряд. Вместе не страшным несчастьем. Туда они поспешат, где приключилась беда. Их дружба так крепка, и вместе навсегда. Они большие друзья, не разлей вода. И сегодня, без сомнения, снова ждут их приключения. И назло всем невезеньям они на помощь придут. Никого нет смелее, не найти их сильнее. И кто еще всех умнее и всех добрее? Поли, он один всех храбрее, вести всем легче.